Здравствуйте, дорогие болельщики. Сегодня вернулись наконец-таки в родной уже город. Вот, начали. Спасибо нашим ребятам, кто играл в меньшинстве, вратарю. Как бы сегодня очень много ребят сделали большую работу. Впечатления от победы, какие впечатления? Только позитивные. Придают сил, уверенности. 4 забросили сегодня и, как показалось, сопернику не дали ничего особого создать в атаке. Здорово сыграли в обороне сегодня. Ну, я бы не сказал, что прям ничего. Много. Ну, еще, может быть, конечно, складываются элементы летнего хоккея. Немного присутствуют. То есть не до конца еще отработаны моменты некоторые. Повторю, что вратарю спасибо нашему. Он там оставил нас в игре много раз. То есть отлично сыграл, а мы будем работать, и есть на чем работать. Вот, много удалений сегодня опять же было, как правильно Таня говорит, что это нас немного тормозит. Вы в поездке набрали свое 400 очко в карьере, уже в высшей лиге, продолжаете сейчас дальше набирать очки. Какие эмоции относительно этого факта? Да, не сказать, что я не сижу, как бы, может быть, это лукавство немного. Ну, узнал это из СМИ, так скажу, что сам не считаю, да? Позитив, приятно, больше ничего не скажу. Следующий матч играем с Молотом, который очень неплохо стартовал в чемпионате. Для вас это неожиданность? Да нет, знаю, там многих ребят, знаю, тренера. Я бы скажу, что это неожиданность. Наоборот, ожидаемый момент. Будет интересный хоккей. Так что смотрите, поддерживайте. Мы стараемся, бьемся.